Так, ну вот смотрите, у вас есть такие два линейных таких сплайна, да? Неважно, как они выглядят. А второй сплайн вот такой. Берем первый сплайн, к нему приотачиваем второй. Теперь хочется сделать экструд с не простой экструд, а еще придачу сразу с фасками. Вот такая конструкция, которая сейчас получится. Ни для какого турбосмоса он ее не сможет обработать в любом случае, потому что у нас вот здесь вот имеется полигон один. Если сейчас попытаюсь на все это навесить этот самый турбосмоус, мы получим вот такую вот фигню. Вот, поэтому сразу берете в линии, задаете интерполяцию побольше. Это особый случай. Сразу говорю. Это специально для моих студентов. То есть у нас получается сразу такая высокополигональная сетка. Раз. Во-вторых, убираем кнопку Optimize, потому что нам нужно, чтобы все было хорошо. Самое-то главное в этой истории заключается в том, что нужно использовать не экструд, а модификатор Bevel. Находится он в этом списке. Замечательно. Вот он. Модификатор Bevel. Очень старый модификатор, но он хороший. Для данного конкретного случая. Мы говорим сначала outline минус 1. Я не знаю, что получится, потому что я сейчас работаю без размера. Затем высота единица. Outline единица. То есть уже получилась вот такая фасочка. Далее, второй уровень. Поднимаем высоту на ту, которую нужно. Третий, второй, третий, последний уровень. Высота единица. Outline обратно, минус один. Получается прекрасная вот такая вот вещичка. Безо всяких смусов, безо всяких полигонов, безо всего. А количество сегментов можно задать сразу несколько. Можно включить такой режим Curved Size. Но ничего хорошего из этого не получится. Поэтому, собственно говоря, можно оставить как есть. Если очень хочется, чтобы у вас получались действительно красивые, симпатичные вещи, можно вот этот первый хейт, первую высоту, сделать очень маленькой. Например, вот столько. Если такое сделать, то при криволинейных сегментах, видите, получается аккуратненько и здоровско. Вот уже на это хозяйство навешиваем модификатор Edit поле. Убираем вот этот вот полигон. Затем аккуратно нажимая на кнопочку Grow, 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 достигаем ситуации, когда у вас выберется вот эта вот вещь. Просто-напросто поднимаем все это вот так. Даже при ближайшем рассмотрении данной конструкции на рендере все получается симпатично, красиво и круто. Вот посмотрите, как это выглядит.